Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас я с вами буду говорить о топовых продуктах 8-го каталога компании Oriflame. Я обозначила их сразу закладочками, и я вам рекомендую точно так же делать, хотя бы 3-4-5 закладочек ставить на каталог, если вы планируете отдавать его клиенту. Это нужно для того, чтобы сфокусировать внимание человека на каких-то определенных продуктах, заинтересовать его, зацепить. Это как крючки, знаете, такие: так, а что это, зачем эта закладочка? Человек открывает, такой: о, понятно, да, вроде нужный продукт. И вы можете говорить человеку, что: а, здесь я отметила то, что я себе хочу заказать, чтобы не забыть. То есть накидываете такие закладки, отдаете каталог, и тут начинается магия. Люди обычно заказывают то, что заказываем мы, то есть то, что мы любим, то, что нам нравится, о чем мы можем рассказывать вкусные волшебные истории. Именно это заказывают наши клиенты, ну, как правило, не всегда, конечно. Итак, давайте посмотрим, что я отметила. Только у меня такое чувство, что здесь 11 закладочек даже, а не 10. Я могла ошибиться, но ничего страшного. Итак, открываю первый разворот, который я отметила. И даже не удивляйтесь, это будет мыло, потому что мыло мое любимое по такой вау-вау скидки бывает очень редко. При покупке трех мыльцев 59 рублей цена каждого. Это хорошая цена. Мыло будет вот в такой упаковке, здесь 4 вида, но у меня, к сожалению, ни одного из них не оказалось, как раз вот все у меня раскупили, забрали. Есть только одно: кокосовая вода и дыня, оно мое любимое, поэтому его никто не мог у меня забрать. Вот чем это мыло мне нравится: во-первых, форма капли, здесь в каталоге очень хорошо показана эта форма капли мыла, удобно брать в руку, то есть оно сразу комфортное с первого прикосновения. Далее, у него чудесный стойкий аромат, мягкая, нежная пенка, вот, ну просто она вот настолько ароматная, настолько вот мягенькая. После мытья рук или кожи, потому что многие купаются ведь мылом, не только руки моют, а после использования этого мыла кожа мягкая, классная, душистая. Поэтому я это мыло отметила, и у меня есть клиенты, которые берут сразу по много кусочков, и это просто очень здорово. Следующий разворот — это зубная паста. Тоже зубная паста Oriflame мне очень нравится, мы много лет пользуемся всей семьей, и здесь цена всего 119 рублей, хорошая цена, давно такой не было. И вот как раз у меня паста освежающая. Хочу заметить, что освежающая паста, она выглядит как гель, то есть она будет не белая, а будет такой прозрачный гелевый голубой цвет. Ну, что могу сказать, не все любят гелевую пасту, поэтому предупреждайте своих клиентов, то, что это будет паста-гель. А вот вторая, зеленая, это травяной комплекс, она именно такая, как привыкли мы, да, и люди, и многие любят именно такую пасту, чтобы она была белая, обычная, да, хорошо чистила зубы. Мне больше нравится травяной комплекс, вот эту освежающую мы берем крайне редко, она у нас не очень в семье прижилась, но иногда я все-таки ее беру для того, чтобы, ну, как-то вот разнообразить, потому что у нас всего 4 пасты в Oriflame, и в основном мы берем всегда защитную, отбеливающую, травяную, ну вот иногда эту тоже, ну, прикольная она. Следующая страничка, та-дам! Это омега-3. Омега-3 с огромной скидкой, всего 1179 рублей. И это очень нужный, важный продукт для того, чтобы укрепить иммунитет. Вообще просто вот омега-3, она влияет на весь организм, и она просто необходима для того, чтобы клеточки были здоровые, чтобы мозги работали, чтобы были силы, энергия и так далее. Особенно важно для детей. У детей, кстати, дозировка больше, чем у взрослых. Омега — это вот такая вот капсулка прозрачная, желтая, с очень правильно добытым рыбьим жиром, правильной очистки. То есть если сравнивать с другими, которые есть в продаже в аптеках там и другие, я доверяю только Oriflame. Ну, вам рекомендую
самостоятельно в этом разобраться. Посмотрите, почитайте все, как вот это добывается. И честно говоря, в аптеке после полученной информации я бы никогда не купила уже омегу, вот. А в Орифлейм беру спокойно и вижу результат. Результат, какой я первый вот увидела, когда я стала пить омегу, это кожа. Кожа стала какая-то увлажненная, мягкая, вообще, ну просто состояние внешнее даже, оно говорит само за себя. Я уже много лет пью полностью, мы берем wellness pack в коробочке, он включает в себя две капсулки омеги, это суточная норма, и результат он виден просто по нам, вот как мы выглядим, да, как мы себя чувствуем, и я считаю, что это очень важно. Поэтому омегу рекомендуйте всем, она сейчас нам крайне необходима, чтобы, ну, все были здоровые и красивые. Следующая закладочка — это ароматы. Вы знаете, вот я отметила этот разворот, потому что я считаю, что это очень удобно. Например, вот аромат обычно стоит где-то в, ну, в пределах 1000 рублей 50 миллилитров. Здесь получается, что на 1000 рублей примерно, да, мы можем взять три аромата, но они по 8 миллилитров. Конечно, это дорого, получается дороже, чем брать большой объем, но посмотрите, как это удобно, сразу три аромата и 8 миллилитров, очень надолго хватает. Я ездила на 2 недели отдыхать, я была в Питере, и я думаю, я возьму с собой аромат, взяла, где он, Love Potion Secrets я брала, мало того, что я им пользовалась каждый день, и потом я его выпросила подруга, когда там еще оставалась половина, то есть 2 недели я им уливалась и еще оставила, потому что ей он очень понравился, она говорит, просто это вау, я наслаждаюсь, я говорю, забирай. Вот, кстати, она потом стала консультантом, потому что ей очень понравился аромат. Я считаю, что это очень удобно, это мобильно, ну, во-первых. Во-вторых, если сейчас мы говорим о том, что многие люди стремятся сэкономить деньги, ну, 1000 рублей, да, 1500, не каждый найдет на аромат, потому что здесь вот есть ароматы, которые стоят, ну, дороже, чем 1000 рублей. А 300 рублей это как бы комфортная сумма, чтобы взять аромат и месяц-полтора пользоваться новым ароматом, приятным, вкусным, классным. Поэтому вот я рекомендую такие штучки сейчас как бы продвигать, удобные, мобильные, быстрые. Следующие продукт, который я выбрала из всего вот то, что здесь есть в развороте, я обратила внимание на энергетический бустер, вот этот желтенький бустер. Почему-то здесь три бустера представлены, но именно он стоит всего 199 рублей, а эти по 419. Вот так он будет выглядеть в коробочке, приходит флакончик с пипеткой. Я уже такой бустер испробовала, это был первый мой бустер, с которым я познакомилась. Вот для чего он нужен? Мы его используем по мере необходимости, например, если вы не выспались, была безумная ночь, вы всю ночь танцевали, радовались, да, то есть утром встаете такая чуть-чуть помятая, надо просто в крем взять, крем на ладошку и капнуть 2-3 капельки бустера, смешать прям на ладошке, можно лопаточкой, я прям пальчиком смешиваю бустер и перенести на кожу крем вместе с бустером, и получается такой быстрый эффект, как будто ластиком так подправили, и все, и личико какое-то становится розовенькое, такое хорошенькое. Вот я пользуюсь каждый день бустером, просто каждый день, мне нравится их эффект. На ночь я наношу сыворотку, а по утрам я делаю с бустером, вот чтобы, ну, извините, возраст, да, тоже дает о себе знать, и чем мы старше, тем кожа становится более тусклая, а хочется все-таки сиять-то каждой девушке, независимо от того, сколько ей лет, 70, 80, 50, 30, 20, да, каждая хочет быть красавицей вот с утра пораньше. Так вот, меня этот бустер выручает, я вижу результат, что кожа выглядит свежее, поэтому я буду его рекомендовать, тем более с такой огромной скидкой. Следующая закладка — детская серия. Слушайте, ну цены, конечно, не дешевые, но я почему-то думаю, что эта серия будет очень классная. Здесь три продукта новых, я их еще пока не видела, не щупала, я просто прочитала, что здесь будет детский шампунь, бальзам для тела и там для всех мест, да, все, что нужно смягчить, многофункционально, и масло для кожи, бэби.
Я знаю, что многие девушки просто вот фанатеют от детских продуктов, особенно от масел, от бальзамов. Я сама обожаю детские бальзамы, я все время беру наш мини-маус или русалочку. Здесь же получается, если брать по отдельности, дорого. Если любые три средства, то всего 999 рублей. И вы знаете, очень мало качественной продукции для детей есть на рынке, очень мало. Настолько, вы знаете, я зашла в магазин, называется Рубль-Бу, и я просто пошла по полочке смотреть детские товары, и вот просто составы посмотрела, и некоторые там сверяла с телефоном, у меня волосы так на голове зашевелились, я думаю, боже, люди этими средствами купают, моют, мажут детей, да они же просто в чистоте как-то отчасти даже опасно. Я никогда бы не стала, я в принципе, я пришла в Орифлейм, когда я забеременела, я искала прям продукцию целенаправленно, чтобы не навредить ребенку, чтобы я сама через употребление продукции, через волосы, кожу, да, через помаду на губах, это все влияет, все попадает в кровь и ребенку. Я когда узнала, что я беременная, я сразу задалась вопросом, а вдруг то, чем я пользуюсь, это опасно. Вот представьте себе, это было 21 год назад, да, дочке будет 21 год. Так вот, и сейчас ситуация не особо изменилась, нечего больно-то хорошего, качественного купить для ребенка, поэтому мы берем с вами три любых продукта. У нас очень много мамочек, вы сами наверняка, да, среди зрителей, у кого малыши, у вас куча клиентов, которые ходят с животиками сейчас и ждут появления малышей, и бамс, у нас супер классная серия, и тут еще акция: если вы заказываете любые три продукта, надо указать промокод, и вы будете участвовать в розыгрыше призов. Классные, интересные призы, обязательно посмотрите это для себя. Следующая закладка — это мед и молоко серия. Она не для всех подойдет, вот так будет выглядеть, такие красивые сексуальные флакончики, очень довольна дизайном в этот раз, на меня не так-то просто угодить по дизайну, но это действительно симпатично очень выглядит, не для всех подойдет, больше рекомендуйте вот у кого волосы как у меня, сухие, перекрашенные, вытравленные, то есть для сухих волос это идеальный вариант, напитать, оживить, добавить им блеска, цвета, чтобы они лучше расчесывались, это прям любовь моя, вот такая красота. Смотрите, кондиционер в белом флаконе, а шампунь в золотом, очень удобно, то что не спутаешь, достаточно устойчивая платформа, то есть зачастую многие шампуни неудобны или гели тем, что бальзамы, да, тем, что когда остается чуть-чуть и моешь голову и пытаешься вытряхнуть, это уже становится нереальным просто, и получать там что-то такое. Здесь же удобно то, что когда вы почувствуете, что уже мало осталось, переворачиваете и ставите на крышечку, она устойчивая, то есть она будет хорошо стоять на полочке, и когда вам нужно воспользоваться, вы просто берете, открываете крышечку, а здесь уже рядышком средство необходимое, и все равно это будет красиво, хоть так, это будет выглядеть очень даже симпатично. И маска, конечно, для волос, и цены обалденные, и брать надо два. Смотрите, если берете один продукт, то 319 рублей, если два продукта, то 199. Это бомбическая скидка, я обязательно беру себе этих продуктов, потому что они очень клевые, и маска мне очень нравится. Следующая закладка — это серия для ног. Вот ноги — это вау, вы знаете, у меня как-то вот было, наверное, еще даже года полтора-два назад, я вообще не знала проблем с ногами, единственное, мне нужен был всегда дезодорант, потому что мне жарко от обуви и натирания, а дезодорант он всегда как бы охлаждает, он устраняет натирание, то есть практически это надо так измудриться, чтобы натереть ноги, потому что он хорошо как бы защищает все. А с некоторых пор я стала замечать, что у меня стали сухая кожа на ногах. Блин, это так ужасно, то есть ну когда ты с этим живешь какое-то время, уже привыкаешь, да, или ты там родился с какой-то, со своей особенностью, а когда этого не было, а потом вдруг бац,
и не понимаешь, а почему кожа на ногах такая сухая, ее и теперь постоянно приходится тереть, мазать, скрабить кремами, мазать. И вот крема я люблю пожирнее, мне, кстати, нравится вот этот крем с тыквой, но он для меня пахнет таким прям апельсином и апельсином. Вот я его на ночь наношу, и дезодорант с манго — это самый лучший. У меня был с мятой, я не брала с яблоком, и тоже, по-моему, с мятой как-то не захотела, потому что я набрала себе вот этих с манго, я думала, их снимут с производства, и у меня их еще в запасе 4 штуки, то есть вот этот еще и у меня стоят в запасе, потому что я хомяк, и когда хорошие скидки, я знаю, что этот продукт мне нужен постоянно, я набираю несколько штук и не экономлю, потому что, ну, это мне нужно, это моя как бы необходимость. А здесь у нас хороший разворотик на любой вкус. Единственное, что смотрите, если написано охлаждающий крем для ног, ни в коем случае не наносите его на ночь. Ну, хотите, попробуйте, конечно, вам не понравится, мне так кажется. Следующий разворот — это серия Giordani. Вы знаете, вот я поставила закладочку на тональных основах, но я листаю дальше, здесь у нас пудра рассыпчатая, я даже не помню, когда на нее была такая скидка вообще, чтобы она была с такой скидкой, как-то помню 999, например, чтобы 739, я возьму еще одну себе. А вот эта потрясающая помада Giordani, она у нас антивозрастная, Master Creation, потрясающая помада. А почему я не взяла? У меня есть один оттенок. А, караул! Хотела вам показать. У меня есть королевский янтарь. Когда я с этой помадой, меня все спрашивают абсолютно все, а чем эти накрашены губы, а что за помада? И вот сейчас у меня клиентка прям ждала скидки, потому что без скидки 670 рублей как-то очень-очень накладно. А со скидкой она именно этот оттенок будет заказывать. Так что вот. Я приготовила тональную основу вам показать. У нас здесь будет стойкая минеральная и антивозрастная. Чем они отличаются? Честно говоря, не могу сказать прям вот на 100%, что это лучше, это хуже. Они мне обе нравятся. Я раньше ими только пользовалась, пока не стали выходить куча новых, которые просто не успеваешь использовать. Но, честно говоря, вот с удовольствием рекомендую обе. Минеральная имеет SPF повыше, здесь SPF 15, а здесь в антивозрастной SPF 8. Минеральная, она более стойкая, то есть она лучше подойдет для тех, у кого кожа жирная. Антивозрастная, она со специальными очень ухаживающими эффектами, и это, кстати, тоже, который помогает, и та, и другая визуально делают кожу более молодой, красивой. Но это крутые тональные основы. Я, честно говоря, вот думала, что лучше уже не может быть, но, в общем-то, действительно, вот сколько Oriflame выпускает тональных основ, все равно хочется к этим возвращаться, потому что они очень крутые. Так, и, по-моему, две осталось закладочки. Что здесь? Я все-таки отметила гель-лак, потому что сейчас многие сидят дома, отвыкли от того, чтобы ходить наращивать, да, ногти в салоны, но хочется более стойкого лака. Я себе обязательно возьму, я, знаете, какой цвет выбрала? Я возьму розовый латте, попробую, и мне хочется золотой песок. Вот мне два лака нравятся, но здесь видите, какая акция: один гель-лак стоит 199 рублей, а если брать и гель, и покрытие закрепляющее, то всего 349. Ну, выгодно, но можно взять два лака и один гель, потому что мне кажется, геля хватит очень надолго. Так, думаю, что это будет круто, до 11 дней нам обещают стойкость. И последний разворотик — это губы. Хоть сейчас и все ходят в масках, но все равно губы хочется накрасить, хочется их увлажнить, напитать. Вы знаете, эти блески мне нравятся. Единственное, что я не согласна с описанием, то что это не липкая и стойкая текстура. Они липкие, они это обычные блески. Я не сравниваю с другими компаниями, потому что я не пробовала блески из других компаний, не было такого опыта. Но эти блески мне нравятся по качеству. Я их с удовольствием использую. Знаете, вот такие продукты возьмешь, намажешь, ну, неплохо, и он валяется, особенно если еще куча помад, а вы видели, сколько у меня помад. Этими же я пользуюсь постоянно, особенно бежевым. Бежевый глянец, по-моему. Нет, глянцевый бежевый. Он просто нереально крутой. И к ним можно подбирать карандашики. Я взяла вот, ну, мои,
То есть у меня два блеска, один розовый, перламутровый, прям энергоблеск просто во всей красе. Очень красиво летом, потому что такое яркое солнце, губы как будто все в мелких-мелких бриллиантах усыпаны. Ну и контурный карандаш помогает делать губы более выразительными. Но, кстати, если наносить отдельно помаду, например, глянцевой, бежевой, то получается эффект бесподобно пухленьких, живых, таких интересных губок, таких, знаете, эффект слюнявых губ, которые хочется просто целовать и все время. Я не знаю, Миша все время ко мне пристает целоваться, наверное, это из-за этой помады, потому что я и дома даже все время крашу. И губки такие получаются нежненькие, не перегруженные, легенькие, и он видно с ухаживающими компонентами, потому что губки от него такие мягенькие, становятся такие тум-тум-тум, прям супер. Вот и все. Мне было очень сложно в этот раз делать отбор 10 продуктов. Кстати, посчитаю, сколько здесь: 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 11, все-таки 11 закладочек. Было очень трудно, я бы хотела показать еще несколько, но есть договоренность, да, что это топ-10. Ну вот я даже получила топ-11. Я, кстати, хотела какую-то закладочку убрать, но, видно, забыла. Трудно было убирать. Поэтому пишите в комментариях, а какой ваш выбор, вот что вы рекомендуете клиентам, как вы это делаете. Я, кстати, еще хочу дополнить, что круче всего при работе с клиентами, для того чтобы они заказывали, круче всего работают истории. То есть вот набирайтесь этих историй, заходите в чаты, в продуктовые, всегда читайте, что-то себе копируйте, делайте скрины, скидывайте своим знакомым, например, рекомендуете какой-то продукт, там, да, оп, скрин, и скинули, там девушка пишет: вау, я в восторге от этого тона, какое у меня лицо. А нельзя быть не в восторге, потому что это действительно круто. Или там девушка пишет, что: ой, у меня такие мега сухие волосы, я начала пользоваться этим бальзамом с первого применения, что это, какое чудо, они стали такими пышными, расчесываются хорошо, и блеск появился, которого так давно не было, а так хотелось. То есть вот именно история, визуальные или которые вы проговариваете, это очень круто. То есть визуально это скрин, вы видите, что это не вы пишете, да, придумываете, а то, что этот человек реально попробовал и написал, и вы скидываете свои чаты или в личных сообщениях, вот тогда у человека желание купить появляется в несколько раз сильнее, нежели вы просто скидываете ссылку на электронный каталог и говорите: выбирай. Вот все-таки нужно акцентировать внимание человека на конкретных продуктах. А чтобы вам было проще, знакомьтесь с клиентами ближе, и можно вести маленькое досье. Я, например, знаю, что у меня есть вот клиентка, ну пусть будет Маша, а на самом деле Настя, она всегда берет тушь 5 в одном. Всегда. Я сейчас ей буду писать: Настена, твоя тушь сейчас по акции. Вот она, да, я ей напишу. Она всегда берет у меня матовые помады и тональная основа, именно вот какую-то из этих она любит. Вот, есть у меня клиентка, которая, она не красится, но для нее так важно ее кожа, она берет все: капсулы, все масла, все бустеры, сыворотки, наборы на вейдж, то есть все, что выходит новое, я всегда ей сразу. Тут нет смысла с ней говорить о туши для ресниц, потому что она ей не нужна, а вот чтобы лицо было классное, вот это надо. Поэтому если вы хорошо знаете вкусы, предпочтения своих клиентов, ведете какие-то, да, свои записи, чтобы не забыть, фиксируете, когда человек купил, потому что вы знаете, что если человек взял бальзам, если один пользуется, где-то на 2 месяца хватит, если в семье 2-3 человека, то каждый месяц нужен новый кондиционер, да, и вы это знаете, и предлагаете всегда восполнить то, что закончилось, и тогда у вас всегда будут заказы, перезаказы, дополнительные заказы и любовь с клиентами. Вот теперь точно все. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Жду от вас комментариев. В комментариях, что понравилось, что вы себе выбрали, отзывы какие-то, все, что хотите, пишите, задавайте вопросы, с удовольствием с вами буду общаться. И на этой позитивной ноте пока-пока.